В Киеве выбрасывают на холод переселенцев. Представители Минюста силой выселяют из общежития 25 семей. Об этом на своей странице в Фейсбуке написал один из активистов общественной организации «Луганская правозащитная группа». Здание, в котором проживали переселенцы, на балансе Института права и последипломной подготовки Министерства юстиции. Никакого разрешения суда на выселение нет. Правозащитники заявили, что в общежитии отключили свет, выламывали двери, применяли силу и выбрасывали вещи на улицу. Происходит давление тетушек. Кроме охраны, они еще наняли тетушек, которые выбивают двери, вламываются в комнаты. Они заключают договора на комнаты, в которых уже живут переселенцы. И приходят лица не очень трезвой внешности, спортивной наружности, выбивают двери и говорят: мы тут живем, вот наш новый договор, а вы убираетесь отсюда. Они там вытаскивают женщин за руки. Одного из переселенцев выбросили в коридор, в котором он жил 3 недели. Мы будем следить за развитием событий и к завтрашнему выпуску подготовим материал об этом жилищном беспределе.